Доброго здоровья, уважаемые посетители. Почитаем ваши отзывы, дадим комментарии. Я думаю, более-менее регулярные беседы нужны для того, чтобы человек это мотивировало на то, чтобы он чем-то занимался. То есть это как идет, как помощь вам. Я, например, регулярно продолжаю заниматься регулярно. И как-то мне особо не надо, чтобы кто-то меня подпихивал. Итак, ваши комментарии, некоторые разъяснения, чтобы вы понимали. Вот на депресняк Алмаз пишет: Павел Дмитриев объясняет, что сущности есть у всех людей. Просто с ними нужно договариваться или заменить другими. Только тогда они будут не саботировать, а помогать в жизни. Для этой цели индейцы Южной Америки использовали соответствующий там препарат. Очень жесткий какой-то трип, просто выворачивает наружу все нутро. Сам не пробовал, но есть примеры. После применения человек буквально перерождается, начинает жизнь заново. А вот здесь очень важно, чтобы человек осознанно изменил даже не свою личность, а осознанно поработал над теми чертами своей личности, которые его вели в депрессию. То есть это разные вещи. Одно дело депрессия, я уже много раз говорил, объяснял, что депрессия это моя формулировка, я уже не использую там чьи-то формулировки. Это отсутствие стимула к жизни у какого-то конкретного человека. Эти депрессии, так сказать, отсутствие стимула возникает у человека на том или ином периоде жизни. Ну, буквально таки, чуть ли не с детских лет, что ребенок что-то хочет, у него там не получается, но он там может как-то это. А вот, допустим, у юноши, у девушки, вот кто-то полюбил, а его не полюбили, вот, на этой почве, дальше там, ну, грубо говоря, мы видим, кто-то живет богато, а у тебя что-то не получается, что, почему. И человек, то есть его устремления, которые у него имеются, они не получают в жизни продолжения, подкрепления и реализации. Из-за этого у человека возникает, он сначала вроде как может побороться, потом видит, ничего не получается, что все тут кругом куплено, продано. Вот. И он тогда опускает ручки, и все, мол, я там ничего не могу. А тут вот как раз осознанно изменить свою жизнь. И, кстати, я сейчас постараюсь сразу же за этим найти другое видео, вернее, отзыв, и почитать его, чтобы он сразу одно пошло за другим. Продолжение депрессии. Опять это же пишет Алмаз на цитаты Гиппократа. Вот как раз вот это, знаете, одно к другому. Читаем. Я вырос в 90-х. На столе, кроме макарон, хлеба, импортного маргарина, сахара, черного чая, ничего не было. Изредка плов, картошка с мизером мяса. Ни о каком полноценном питании, ни малейшего намека. А, к сожалению, так большинство и питается. То есть полноценно питаются вообще-то единицы. И это, знаете, не зависит от благосостояния. Это зависит от умственного развития человека. Я вам говорю, для того, чтобы человек питался полноценно, не надо слишком много каких-то там средств. Есть проросшая пшеница, стоит минимум. Но, грубо говоря, вы можете в качестве полноценного белка покупать там яйца. Это тоже не слишком их часто и надо. Каши, тушеные овощи, Вот уже это будет более-менее близко к полноценному питанию. Чтобы вы как-то понимали. А то вы думаете, что какие-то витамины должны быть еще. Что это такое? Продукты. Не, все это можно легко и просто сделать. Я об этом говорил. Дальше. Сейчас ненавижу макароны, картошку, худой, высокий, метаболизм ускоренный, ни грамма жира.
Значит, 180 рост, 60 килограмм вес. В младенчестве, когда было 3 года, в 90-м году развилась анемия. Мать кормила перетертым фаршем из говядины. И дальше. Не я выбирал такую жизнь. Ну, вот как люди, насколько они образованы, насколько они знают, насколько они понимают, насколько они наслышали, что вот, например, от анемии, вот, допустим, фарш из говядины. Тем не менее, родители как-то за вас старались. Легко и просто это все дело лишить хотя бы свеклой. Отварную свеклу есть. Там свекольный сок хотя бы по чайной ложечке регулярно пить в день. Я уж не говорю, если уж нету соковыжималки. Вот. Для того, чтобы делать яблочно-свекольный сок. Ну вот просто хотя бы взяли эту свеклу там, слегка там отварили, ешьте, сделайте салат. Более-менее это будет работать на то, чтобы у вас были анемия. Когда было 3 годика, 3 годика тут еще знаете, что может быть? У человека развились паразиты. От чего она возникает, анемия? Анемия возникает из-за того, что какие-то паразиты, которые разрушают кровь. Мы разное думаем. Конечно, тут может быть и питание, конечно, тут могут быть и паразиты, и другие факторы. Ну, итак, не я выбрал такую жизнь. Вот это ключевая фраза. Не я выбрал такую жизнь. И я родился, вот меня, я вам рассказывал, я только родился. Не знаю, что там получилось. Я должен был родиться 19 сентября 1954 года, это было воскресенье. Мне роды начались, никто ничего к матери не подошел. А в понедельник 20-го пришел врач, сестра доложила, что вот так и вот, вот так вот, вот лежит роженец, не может это. Просто не перетянули живот, надавили, выдавили меня, видят, я уже никакой. То есть родовой процесс затянулся, все, ребенок какой-то он уже вроде как отходит. Ну, отходит, чтобы мать не травмировать, унесли, да и все, и подождем там. Умрет, так умрет, скажем, ну, так вот получилось. По крайней мере, она не видела ребенка, не такая травма, когда уже ребенок, это. Ну, вот так вот, то есть, и я не выбирал эту жизнь. Мы, хотя, если подумать, по большому счету, мы именно избрали эту жизнь, мы именно избрали эту семью, мы именно избрали эти условия. Подумайте над этим хорошенько. Это, знаете, совсем другой уровень знаний. Это мы тут привыкли, тут вот так вот, знаете, не я выбирал, тогда все вы выбрали. И вас направили туда, куда вы заслужили. Ну, давайте. Так, не я выбирал такую жизнь. Да, родители работали сутками, чтобы прокормить. И у меня сутками. Ненавижу свое детство. Я уже в прошлом видео рассказывал, что так же, только это не 90-е годы, а это 50-е годы того века. Да? 55-й, 56-й, там, 57-й, 58-й. Так, ну, так примерно. Они постоянно работали. Я был предоставлен сам себе. И знаете, я не жалуюсь на свое детство. Что его ненавидеть, свое детство? Ну, смотря в какой ты, конечно, условиях будешь. Но, тем не менее, детство, вот само детство, да, были там какие-то, не то что недопонимания, а родители в силу занятости своей, они особо не уделяли ребенку времени. Поэтому на этой почве там и возникали различия. Вместо того, чтобы сказать, сыночек, вот так вот, вот так вот, вот, ну, просто-напросто там отшлепали, не разъясняя, что, чего, зачем и так далее. Патологически-психологическая травма, комплексы, злость, непонимание наполнило меня в этих условиях. Все мы, вот если не получаем, ну, ни вы не получили, я в смысле имею алмаза, ни я не получил, знаете, той доли как бы не то чтобы любви, а вот именно понимание, воспитание, которое как раз и сближает детей с родителями. Ну, не было этого, да? Но мы-то, вот теперь,
мы развиваемся, если мы развиваемся и начинаем понимать, что ну оказались в таких условиях, вот, вот как раз не выбрал такую жизнь, да, ну вроде как попали в такую жизнь. Но теперь-то, когда мы потихонечку с вами набираемся ума разума, а вот для этого нам дается и жизнь, чтобы мы с вами набрались ума разума, и когда у нас свои детки будут, чтобы мы так не поступали. Хотя, знаете, я ошибок там наделал. Ну, вот. Ну ладно. Вернемся к себе любимым. Чтобы мы эту жизнь выбрали такую, какую мы хотим. И для этого у нас есть ум, чтобы мы сделали то-то, 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 чтобы это случилось. Чтобы мы жили так, как мы хотим. Не все там получается в плане, там, как бы сказать, с обществом. Но тем не менее, мы можем жить параллельной жизнью. И прекрасно себя в этом социуме чувствовать. Просто понимать, да, вот, вот такое вот развитие. Мы для этого приложили то-то, то-то, то-то. То есть вот здесь как раз идет саморазвитие, самореализация, постановка различных целей, достижений их, и вы потихонечку начинаете понимать, что вы совершенно выходите на какой-то другой уровень. И у вас вот на основе понятия и работы с этой злостью, с этой еще чем-то, что родители там плохие или еще что-то, они там вас должны были упаковать якобы, у вас становится совершенно иное понимание ваших отношений с родителями, и вы уже их не вините, но у них вот такая жизнь, согласно тому, что у них было в голове вложено мировоззрение, их черты характера, устремления и прочее, прочее, прочее. В любых условиях, вот если взять люди, ну вот давайте возьмем Михаила Ломоносова. А он плюнул на родителей, на то, что они не разрешали ему там учиться, и ушел. То есть могли бы мы это сделать, сделать решительный шаг для самого себя? Это уж так я взял. Конечно, могли, но где-то вот не решились, где-то мы не созрели, где-то у нас не было понимания, и вот и что там ненавидеть свое детство. Детство прошло так, как надо. Наоборот, все, что было, рассматривайте, все, что в нашей жизни было, рассматривайте как урок, который вы заслужили. Вы заслужили. И вот тут возвращаемся к таким вещам. А чем заслужили? И вот если мы с нуля начинаем, вот так вот, мы только родились, у нас одна жизнь, тогда ничего не понятно. А вот если мы с вами начинаем понимать, что у нас предыдущие жизни были, которые, знаете, просто-напросто отсекают, чтобы вы оглупить человека, тогда все становится на свои места. Почему люди болеют рано? Почему у них вот такие вещи происходят, почему они попадают в эти условия. И в любом случае жизнь рассматривается, вот сейчас вот для меня рассматривается, как величайший дар для того, чтобы вот из этого дерьма вы вылезли и расцвели. Что вы поняли, что такое жизнь. Это не то, что вот эти условия, а вот этих условия – это стимул для вашего роста. Вот если вы так будете относиться к этому, тогда будет. А так, психологическая, патологическая, психологическая травма, комплексы, злость, непонимание, наполненные меня в этих условиях. Ну и пускай оно наполнило. Но мы-то с вами растем, мы-то с вами сами себя образовываем. И вот эти комплексы, травмы и прочее, 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 мы их изживаем, мы с вами становимся совершенно другой личностью. Я на своем примере это прекрасно прочувствовал. Сам я упертый, спокойный, уравновешенный, с окружающими людьми. Ну, нормально, нормально, вот.
в этот свои, как бы сказать, качества, достоинства. К этому еще надо бы добавить образование, самообразование. И самообразование соответствующее, чтобы вы понимали себя. Вот знаете, самообразование и саморазвитие, там огромное количество всяких там этих самых болтунов там вам там рассказывают. Важно понимать, что самообразование и саморазвитие, как его оценить, что вы становитесь другой личностью, более сильной, с большими возможностями, с большим потенциалом, с большим раскрытием этого потенциала, нежели там что-то у вас было. Вот это тогда рост личности. А так, что-то там это... Так, мать умерла в 19-м году, была строгая, холодная, наказывала за малейший проступок. Ну, как бы сказать. Ну, вот такие черты характера у нее было. У нее какое-то было свое мировоззрение. И надо не осуждать этого человека, а принимать его, что он вот такой-такой, и согласно вот того, что вложено у него в голове, он может поступать вот так вот и вот так вот. Вот вы приняли так, так. Отец же, наоборот, лояльный с детства, не понимал, зачем нужно жениться. Ну, многие не понимают, зачем нужно жениться. Это с детства мы не понимаем, а потом уже мы кое-что начинаем в этой жизни понимать. И причем даже не тогда, когда женились, а намного позже, что это твой человек по жизни, что ты с ним общался в предыдущих жизнях, что ты встретил, лично я встретил 3 женщин, с которыми у меня были близкие отношения в прежних жизнях. И все они 3 встретились. Все они прекрасные по-своему. Все они самостоятельные. Я просто удивляюсь. Как они меня выбрали? Так, не нужно жениться. Ну вот если вы не встретите вот такого друга, вот как некоторые вот так говорят, измени свое отношение к окружающему миру. Если ты транслируешь извне злость, то злость к тебе идет. А если ты транслируешь совершенно иное, и главное, первое, это не доброта, не любовь. Главное, это понимание, за которым пойдет и доброта, и любовь. Но на первом месте стоит понимание. С 8 лет решил для себя никогда, ни при каких условиях. Ну, можно много говорить. А я в 8 лет, наоборот, влюбился. Наташа ее звали. Я горел. Вот то любовь была. Знаете, я таких чувств не испытывал, как какие были, допустим, у меня 8-9 лет к этой девочке. Но был, как бы сказать, вот знаете, не то что страх, а вот такой комплекс, чтобы ей открыться, там сказать, вот та-та-та-та-та-та-та. Вот как раз опять-таки нам жизнь дается для того, чтобы мы раскрылись, чтобы мы эти комплексы отбросили. Как только у нас есть комплекс, он отгораживает нас от окружающего мира, и мы в этом коконе, глупом, ненужном, выжигаем себя. И в результате вот эти депрессии и прочее, прочее, прочее. А когда мы открываемся, мы получаем силы, возможности. Так, значит, ни при каких условиях регистрировать отношения государству – это такое кощунство. А зачем вам регистрировать там какое-то государство? Государство, как вы видите, оно далеко от совершенства. В законы государства меняются. Его люди, посмотрите на наше государство, приспособили для того, чтобы просто-напросто сделать свою жизнь, вот будем говорить, сытой, а всех остальных, грубо говоря, нагнуть. Ну, вот так вот получается. Живите хоть законным браком, хоть будем говорить, без регистрации. Это ваше право. Это, знаете, 2 человека связывают свою жизнь воедино совершенно не для того, не для государства или еще чего-то там такого. Они связывают это для себя. И эта связь прослеживается не в этой жизни. Она началась задолго
в тех жизнях и идет, и идет. И когда вы встречаете того человека, с которым у вас были отношения тогда, когда-то, это совсем иные чувства, иное отношение, иная любовь, иные взаимоотношения. Ну, говорю, знаете, вы, вот тут вы начинаете понимать и божественную справедливость, и многие другие вещи. Так, подписывая трехсторонний кабальный договор с государством и меркантильной феминисткой, токсичной абьюзершей потенциальной иждивенкой. А вот у меня все три женщины, они не иждивенцы. И вот смотрите, случились вот эти события. Здесь вот тут проходил Вагнер. И они, не я, а они, вот помимо того, что я живу с женой, они написали мне там: Петрович, как там, что там, мы переживаем. Это одна, да? Вторая: в случае чего, что, что, приезжай ко мне домой вместе с семьей, разместим. То есть вот они какие на эти отношения, и вы их можете построить. А можете, конечно, всех послать куда-нибудь подальше, да и все. И государство, и Ждивенко, и еще что-то, еще что. Вот, допустим, я еще вам скажу, вот я вам рассказывал, у меня трехэтажный дом, подвал, подвале там спортзал. Трехэтажный дом. Как получилось так, что трехэтажный дом? Проект был на два этажа. Это, значит, первый этаж, там кухня, обеденный зал, там туалет, комнатка, там душевая, ну, все совмещенное, все это такое, ну, как хозяйственное. Второй этаж, это были три спальни. Сыну, дочке и нам с женой. Третьего этажа не было. Но когда построили дом, и я увидел этот чердак огромнейший, вот я тут сижу с вами, огромнейший этот чердак, самое большое помещение, я думал, ого, его надо как-то использовать. Поэтому ступени были, знаете, вот как, ну, согласно проекту сделаны, а тут пошли они как в голубятню туда. Ну, вот она получилась, как бы сказать, вот, помимо моей воли. Раз, вот у меня комнатка своя. О-о-о. Вот. И она родила двух детей. Видя, что, ну, она там работает. Потом после работы вообще я стал понимать женщин намного лучше. Именно вот сейчас, когда моя дочь родила внука. Постоянные заботы. Вот ему сколько там, полтора года. Постоянно не отойдешь, не то, не сё. Не поспишь. Что-то случилось, сам себя обвиняешь, та-та-та-та-та. Вот. И, естественно, вот моя жена, как бабушка, она там за ним там ухаживает, вот, ей приятно. То есть я, когда у меня появилась возможность, и видя, что жена тут мечется между работой и тем, чтобы что-то уделить, вот, не как тогда мне мои родители уделяли, это, а, сынок, ты там учись, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. А чтобы она могла своим материнским теплом их вложить кое-что им, потому что я там деньги там зарабатывал, помимо на написание, лекции. То, ну, вот, я говорю, так и так, Нина, бросай работу, занимайся. И вот она вырастила детей, вложила в них в любовь, вложила в них в доброту, что дети помнят это. Вот сейчас им там 41 год и минус 5, это будет сколько, 36 лет. Вот, они это помнят, они с ней очень тесно связаны, Эна. Но за счет этого, вот теперь насчет иждивенства, она получает пенсию там где-то 9 тысяч рублей. Естественно, такой дом она там не потянет, ни то, ни сё. 9 тысяч рублей пенсия. То есть, можно сказать, вот она потенциальная, там, иждивенка и так далее. Но она хозяйка. Да она тут этот дом вылизывает. Она тут с утра до ночи вот это вот то во дворе, то, чтоб чистенько было, то, чтоб муж был обстиранный, то, чтоб что-то приготовлено было, что-то там с магазина там сама притянет, что-то там отремонтирует уже, понимаете, чтоб даже меня не беспокоит. Какое иждивенство!
Это я иждивенец у нее, понимаете? И когда ты вот понимаешь, взрослый этот мужик 70-летний, а вот эта вот вроде как хрупкая женщина, да она намного тебя сильнее во всех отношениях и выносливее. На 5 лет младше меня. Какое иждивенство. Понимаете, я наоборот, я восхищаюсь своей супругой. Вот. Такой человек, такого человека ты получил по жизни. Родного, знаете, вот по всем параметрам. Дальше читаем. Даже родная мать не смогла сломать меня. Ругала, била, но все без толку, ПС до коммунистов в отношении мужчины и женщины регулировала духовенство. Да зачем вам это, вот это вот коммунизм, духовенство и так и прочие там эти вещи? Вот я вам только что рассказал, что это очень такое понятие близости с другим человеком. И возможно даже, знаете что, что вы в прошлой жизни были женщиной, а она была мужчиной. Мы же меняемся для того, чтобы это. Но это мое мнение. Вы как хотите там, понимаете, не понимаете. Ну вот мы с вами ведем беседу. Я с вами делюсь вот своими наработками и прочим. Так сказать, что у меня случилось в жизни. Это ваши отношения. Это ваши отношения. И эти отношения божественны. Вот когда с таким настроем вы подойдете к браку, будет совсем другое. А если вот так, ага, вот это там такая красивенькая, вы там якобы берете, вы покупаете какого-то там человека и думаете, что вот за то, что вы его купили, он к вам относится. Вы, и как бы сказать, вы его тут лелеете, и вот он у вас, вот у меня там жена или там муж, и так далее. А когда он вот так вот, грубо говоря, вот, снизу с вами, дошел, будем говорить, до каких-то там более-менее верхов и показывает, он постоянно показывает, что он не то, что вас достоин, а что вы его достойны или недостойны. Вот это уже совсем другие отношения, совсем другие. Вы это чувствуете и станете вы, как сказано, одним целым.